Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов от имени многонационального народа и от себя лично поздравил жителей и главу Дагестана Сергея Меликова с Днем Единства Народов Дагестана. На протяжении всей истории в Дагестане главенствуют традиции гостеприимства и открытости, любви к людям, ценности созидательного труда, уважение и почет к старшим. У каждого народа своя богатая история, яркая самобытная культура, традиции и языки. При этом во все времена дагестанский народ был и остается сплоченным и готовым отстаивать интересы нашего Отечества и своей малой Родины. Как это было и в период Великой Отечественной войны. С первых дней начала специальной военной операции жители Дагестана мужественно отстаивают интересы России. Многие из них представлены к высоким наградам. Пример сплоченности дагестанцы показали и в период событий 1999 года, когда международные террористы вторглись на территорию республики, дав достойный отпор злу. От всей души желаю всем жителям Дагестана мира, добра и процветания Братской Республики, а каждой семье благополучия и гармонии, говорится в поздравлении.